Здравствуйте, с вами передача «Дом, сад, огород» и Наталья Джоева. Мы находимся в домовладении по улице Васо Абаева и посмотрим сегодня розарий. Огородный сезон заканчивается, мы с вами вырастили что-то, что хотели, что-то получилось, что-то не очень. И сейчас в сентябре разберем ошибки, которые мы с вами могли допустить, чтобы мы поняли, что нам нужно сделать и избежим их в следующем огородном сезоне. Ну, для начала давайте посмотрим. Итак, мы с вами захотели вырастить розарий. Все знают, что розу называют царицей цветов, и это не зря. Запросы у нее действительно царские. Роза должна расти на самом освещаемом месте вашего участка. Ни в коем случае участок не должен заливаться грунтовыми водами или, допустим, с крыши какая-то ливневка не должна спускаться именно сюда. Обязательно должна быть почва подкормлена, плодородная. И если вы выращивали розы, потом они, допустим, состарились, вы потом высаживаете новые, то этот номер уже не пройдет. На этом же троне другая царица сидеть не будет, потому что земля будет уже истощена, инфицирована, поэтому придется искать другое место. И, конечно же, розы должны быть защищены от северных и северо-восточных ветров. И если есть небольшой наклон в южную сторону, то это очень хорошо. Ну, вот так вот давайте посмотрим на эти розы и сходу скажем, что здесь такое мы видим. Во-первых, сразу же бросаются в глаза вот такие желтые листья с черными пятнами. Очень хорошо их видно. Вот такие пятна дают либо черные пятнистости, так называется заболевание, либо ложно-мучнистые росы. Отличие для обывателя такое, если такие листья начинают опадать с нижней стороны куста, то это пятнистость. Если такие листья на молоденьких листочках и оголяется куст сверху, то это, скорее всего, ложно-мучнистая роса. Хотя, в принципе, нам это ничего не даст, потому что опрыскивать мы будем практически одними и теми же препаратами. Итак, мы с вами разобрались, что это у нас с вами пятнистости. Вот это грибное заболевание. Дальше. Бросаем взгляд на куст и видим вот такой непонятный серый налет, листочки немножко мятые. Это у нас уже с вами классическая мучнистая роса. Вот рядышком есть еще один куст, он полностью весь вот такой, как сказать, изуродованы именно вот этой мучнистой росой. Это тоже грибное заболевание. Дальше бросаем взгляд на концы побегов. И мы видим, здесь у нас колония тли сидит. И очень хорошо видно ее выделение, вот эти блестящие. Это продукт жизнедеятельности тли. И мы тоже с ней должны будем бороться. Давайте пройдем чуть-чуть подальше, и я покажу вам еще, что мы заметили в этом розарии. Еще я хотела обратить ваше внимание вот на такие листочки. Недостаток питания приводит вот к таким некрозам. Все-таки мы уже с вами договорились, что роза царицы цветов, ее нужно подкармливать. 3 раза за сезон – это минимум. Вообще, перед тем, как сажать розарий, нужно на каждый метр вносить 20 килограмм перегноя. Это очень много. И подкармливать, пока весна и до середины июля чередовать минеральные и органические подкормки. И в конце сезона фосфорно-калийные, чтобы наши розы хорошо перезимовали. Ну и что еще я увидела?
Вот такие точки на листочках розы. Это результат питания розанной цикадки. Тля и розанные цикадки переносят вирусные заболевания, от которых потом наш розарий просто погибнет. И сейчас давайте с вами немножко разберем схему, что же нам делать, чтобы розарий хорошо себя чувствовал. Ну, во-первых, в наших сухих условиях я бы порекомендовала закрыть почву какими-нибудь почвопокровными растениями. Либо сделать какой-нибудь невысокий цветник, допустим, с карликовыми бархатцами, или, допустим, что-нибудь тянущееся, вьющееся по земле. Либо поливать гораздо чаще, чем есть, потому что и избыток воды, и ее недостаток приводит к тому, что растения часто болеют. Дальше подкормки. Перед посадкой, как я уже сказала, обязательно до середины июля с азотными удобрениями и осенью фосфорно-калийными удобрениями. Вот, посмотрите, собачка тоже пришла наш розарий поливать и будет уничтожать вот эти болезни. Очень хорошо подкармливать наши цветы и можно куриным пометом, только делать не такой концентрированный, как, допустим, крупного рогатого скота. Итак, какие же мы должны применять химические препараты для того, чтобы розы наши хорошо выглядели? С ранней весны обязательно обработка 1% медным купоросом, либо 3% бордоской жидкостью. Потом уже переходим на такие препараты, как Ридомил Голд, Абигапик, Топаз, Квадрис. Мы их чередуем каждые 2 недели. Обязательно применяем препараты от насекомых. Очень многие препараты хорошо совмещаются, поэтому мы берем, допустим, Ридомил Голд, туда же добавляем, допустим, ту же Актару и опрыскиваем наше растение. Через 2 недели берем Квадрис, какой-нибудь инсектицидный препарат снова, и снова опрыскиваем наши розы. И вот так в течение лета. Обрызгать один раз и забыть про болезни и насекомых на весь сезон не получится. Обработки должны быть регулярными. 10-14 дней – это вот это время между обработками. И тогда у вас будет пышный, красивый розарий. Ну а теперь немного кадров, то, что мы успели снять еще летом. Продолжение нашей передачи. Венера Григорьевна из села Принял привезла вот такой интересный кусочек от лозы винограда. Вот обратите внимание, как она выглядит. Вот здесь непонятные чешуйки, такие выпуклые, под ними белая вата. Что же это такое? А это, к сожалению, насекомые. Видите, мир насекомых разнообразен. Вот ни за что бы, вот, наверное, посмотрев на вот эти непонятные конструкции, ни за что не скажешь, что это насекомые. Тут не видно ни усиков, ни ножек, ничего нет. Кстати, да, ножки у этого насекомого, это называется, кстати, виноградная подушечница насекомая, относится к ложно-щитовкам. Вот это насекомое имеет ножки только, ну, грубо говоря, во младенчестве. Когда оно разбегается по виноградной лозе, присасывается раз и навсегда в одном месте, и ножки у нее атрофируются, больше она не двигается, живет недвижимо. Потом появляется вот такой под этой подушечницей белый ватообразный налет, который приподнимает ее заднюю часть. Это гнездо. В этой белой ватке прячутся яйца и в дальнейшем личинки вот этой подушечницы, которые потом, подрастая, уже расползаются по другим побегам. И заражают все больше и больше площади виноградных плантаций.
К сожалению, виноградная подушечница очень агрессивный вредитель, трудно искореняемый вредитель, потому что через вот этот вот покров интересный не проникают многие ядохимикаты, и бороться с ней достаточно тяжело. Что же нам нужно делать? Ну, во-первых, за виноградом нужно следить, чтобы вот не допускать уже вот таких страшных состояний. Посмотрите, здесь нет ни одного сантиметра, где бы ни сидело вот это насекомое. Дальше, если вы увидели где-то на своей виноградной лозе вот такую гадость, то лучше этот побег вообще вырезать, потому что вот несколько насекомых вот с такими белыми подушками, это уже не то, что сотни, это тысячи личинок будущих оттуда вылезут. Лучше срезать и сжечь. Но если виноград не в таком страшном состоянии, то можно уже пытаться применять различные препараты. Рано-рано весной мы все применяем с вами препарат 30. Это минеральное масло, еще грубее сказать, вазелиновое масло. Почему мы его применяем? Мы его определенное количество растворяем в воде и опрыскиваем растения, пока у них нет листьев. Для чего? Вот этот препарат 30, попадая на виноград, на яблоню, на другие культуры, покрывает вот эти ветки непроницаемой пленкой. И насекомые, вот эти ложнощитовки, щитовки, какие-то зимующие стадии насекомых, они просто-напросто задыхаются. И в дальнейшем они уже не будут вредить. Все, они задохнулись, их уже нет. Вот таким образом, не применяя химические какие-то препараты, агрессивные агенты, мы снижаем численность насекомых, вредителей в нашем саду. Так что еще раз скажу, препарат 30 обязательно можно весной, ну и даже, наверное, осенью. Осень у нас теплая, хорошая, листья опали, и опрыскайте препаратом 30. Дальше. Чтобы справиться с виноградной подушечницей, мы должны применять препарат такой, как Актилик и Актара. Другие препараты, к сожалению, не имеют такую эффективность вот на эту виноградную подушечницу. Ну, не отходя далеко от винограда, я покажу вам следующее. Вот листик оторву. Обратите внимание на листочек. Это тоже вредитель. Это не заболевание, а вредитель. Вот внешняя сторона лицевая листа выглядит вот так. Некоторые путают ее с заболеванием мильдью. Но посмотрите на обратную сторону. Видите такие белый налет. Мы его просто должны поскребсти. Он не стирается. А раз он не стирается, то знайте, что это клещ. Это войлочный клещ. Другое название его еще зудень. Это очень маленький клещик, буквально десятая миллиметра. Имеет две пары ног, относится к паукообразным, и поэтому его очень трудно вывести. Простые инсектициды на паукообразных не действуют, поэтому нужно применять специальные средства, акарициды. Бежит клещик, он во время раскрытия почки вышел из почки, он там перезимовал, добежал до листочка и проткнул листочек, начинает высасывать сок и впустил слюну. Свою ядовитую слюну, которая вызывает вот такую трансформацию листа, вот такие выпуклости. С обратной стороны появляется вот такой войлочный налет. Это гнездо этого клеща. Внутри, если посмотреть микроскопом, живут личинки этого клеща, которые потом дадут следующее поколение. Как же бороться? Вот сейчас, когда войлочный клещ прячется в своих гнездах, бороться тяжело, потому что это защита. А бороться нужно было весной,
опрыскивая акарицидными препаратами, серой опрыскивая виноград, актеликом, вермитеком. И сейчас можно будет опрыскать после сбора урожая, когда клещ опять уже отсюда выйдет и будет искать себе место для зимовки. А сейчас что мы можем сделать? Это оборвать вот такие листья и уничтожить их, попросту сжечь. Это все, что я успела рассказать вам сегодня. С вами была передача «Дом, сад, огород» и Наталья Джоева. До свидания.